вы не поверите. И сейчас, конечно, нет, хедлайнер. Кстати, хедлайнер у нашего выступления есть. Это приезжий наш гость. А сейчас я с удовольствием приглашаю на эту сцену активиста, человека, который приложил руку к данному учреждению, к зданию, наш исполнитель популярных песен Валерий Новицкий. Здравствуйте, дорогие друзья и наши гости, и наша россиянка, наша дорогая Мариночка Ковалева. Наша художница знаменитая, какие красивые портреты она рисует для детей и вообще для жизни. А моя песня о дружбе, давайте, все слова знаем и вместе будем петь. Yeah.